Всем привет! Вы на канале полезных советов и хорошего настроения. И сегодня у нас мастер-класс. Друзья, привет! Сегодня у нас мастер-класс. И не простой мастер-класс, а мастер-класс на карантине. По последней серии Маши и Медведь, которая называется «Греция». Давным-давно, когда моя где-то в третьем поколении прабабушка решила переехать в один маленький город на берегу Черного моря, который сейчас называется Одесса и где я родился. Моя бабушка была настоящая чистокровная гречанка. И когда компания Анимакорд сказала, что в новой серии у нас будет звучать сиртаки, я подумал, как раз пригодятся мои греческие корни. Наверняка многие знают, а многие и не знают, что сиртаки – это не песня, сиртаки – это старинный греческий танец. Исполняется он на народном инструменте, который называется бузуки. Это не тот бузуки, который стреляет, а именно музыкальный инструмент, который вот-вот-вот-вот сейчас появится. Я подумал, что для этой серии нужно купить этот инструмент, научиться на нем играть и записать его в этой серии. Но цена этого инструмента меня очень сильно удивила, потому что эти инструменты очень дорогие. Они стоят порядка 2-3 тысяч долларов. И тратить такую огромную сумму только на одну серию мне не очень-то и захотелось. И тут я вспомнил, что примерно год назад, может быть больше, я купил очень интересный инструмент в антикварном магазине, который, между прочим, ссылочка будет внизу. Я сделал отдельную серию про этот антикварный магазин. Именно там я и купил вот этот вот замечательный инструмент. Вам, наверное, интересно, что это? Что это за инструмент такой? У него 6 струн. И очень странный вид. Этот корпус сделан из коробки настоящих кубинских сигар. Это, наверное, очень хорошие сигары, так как здесь, смотрите, сколько наград, именно золотых медалей за эти сигары. Что здесь написано? Здесь написано Habanos S.A. Это компания, которая выпускает сигары. Курение очень вредно, я никогда в жизни не курил и вам не советую. Здесь есть специальная такая крышечка, куда можно повесить замок, чтобы дети не могли открыть и покурить. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что же там внутри. О, а здесь что-то написано. Дизайн этого инструмента был придуман двумя людьми. Одного звали Рахи, а второго звали Джейсон. По-английски этот инструмент называется Cigar Box Guitar, что обозначает гитара из коробки из-под сигар. Вот. Лично эта гитара была сделана тем самым Джейсоном, который является заядлым гитаристом. У этого инструмента 3 удвоенные струны, значит 6 струн. Звучит она приблизительно вот так. Соль, до, ми, соль, до, ми. Причем первая струна идет в октаву, вторая в унисон. И последняя струна тоже в октаву настраивается. Но я эту гитару перестроил по-другому, чтобы мне было удобно играть. Корпус этого инструмента представляет собой сигарную коробку Hoyo de Monterrey, сделанную на Кубе. Вау! Гриф сделан из ореха и венге. Не знаю, какое-то дерево, интересно, венге. И дальше, если у вас этот инструмент сломается, вы можете напрямую написать Джейсону, и он вам ее отремонтирует. Как видите, это электроинструмент. И его можно подключить как гитару, как электрогитару. У него есть тембр-блок, ручка тембра, высокие и низкие частоты. И громкость. Вот написано volume. Очень маленький звукосниматель. Такой совсем неземный. А внутри этой коробочки у нас кусок дерева и провода. Все очень просто.
Все очень просто и красиво. Гриф очень толстый, просто нереально очень толстый и почему-то очень квадратный. Очень, ну очень квадратный. Я купил эту гитару за $110. А мне как раз она и пригодилась для записи новой серии. Почему я решил использовать в записи сертаки именно этот инструмент? Потому что бузуки, инструмент, на котором играет сертаки, 4 дублированные струны. Здесь 3 дублированные струны. Но так как я буду играть соло, мне аккордами не сильно-то и нужно было играть. Мелодия медленно начинается. Потом 2 раза быстрее. Интересно звучит. Вроде бы мелодия идет наверх, но постепенно она понижается. Получается. В принципе, вот и все, что я хотел рассказать об этом замечательном инструменте, который я использовал в записи последней серии, которая у нас называется «Греция». Сейчас я для вас исполню эту песню, потому что именно песня, мы написали слова для этого танца. А вы можете послушать, можете вместе с нами спеть, а можете и даже станцевать. Поехали! Снято.